Добрый день, с вами Серафима Морозова. И я хочу показать, как я колю препарат Садор на область. Именно по показаниям у нас здесь у Ильи, у него бронхиальная астма много лет. Он лечился у всех, и питание проходил, и все-все-все. Но вот у него бывает вот эти вот периодически как бы задыхается, пользуется ингалятором. И сейчас вот у него сегодня, третий день, мы ему колем Садор. Небольшая доза, всего 2 кубика. И мы будем ее колоть вот здесь на область лимфоузлов под ключицу. И вот здесь вот эти места, которым у нас как бы крепится легкое. Ну и верхушка бронха считается вот здесь, верхушка легкого. То есть мы вот маленькую иголочку поставили, специально инсулиновую, которая на 27. Наносим, везде протираем спиртом и быстро-быстро вводим препарат, потому что препарат очень болезненный. И мы начинаем... Нет, расслабься. И вот здесь зона бронха. Все.